В начале июля произошел пожар на улице Калинина в старой части города. Сигнал поступил днем в 1:00. Сообщалось, что горит крыша гаража с сеновалом. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Причина пожара – преломление солнечных лучей от стеклянной поверхности окна. Эффект линзы. 12 июня в 13:16 на пункт связи поступило сообщение о горении гаража на улице Нежная. Площадь горения составила 9 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание. 14 июня в 13:56 поступило сообщение о горении квартиры на улице Казанская. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Погибших нет. Причина пожара – курение.